Михаил Саакашвили оставлять Одессу не собирается. Губернатор на своей странице в Facebook заявил однозначно – поедет в Грузию. И только на период выборов. Затем продолжит работу в Украине. Пресс-служба Саакашвили неохотно комментирует слухи о его возможном отъезде. Не собирается вернуться, собирается поехать. Ездить. Нам уже пора ставить точку на этом вопросе, потому что он уже это прокомментировал один раз, потом написал пост в Facebook. Мы спросили у одесситов, как они оценивают работу команды реформаторов. Выяснилось, губернатор спустя полтора года пользуется доверием у горожан. Много сторонников, много противников. Я достаточно спокойно и объективно отношусь. И лично к нему, и к его команде в целом. В целом положительно. Допустим, мне понравилось, как он действовал, как он работал. Занимается делами, его видно, слышно, что он делает. Может быть, это популизм, но мне это нравится. Впрочем, многие одесситы уже никому и ничему не доверяют. Это хотя бы какая-то надежда на изменения. То, что есть сейчас в городской власти, об изменениях вообще нечего и говорить. По себе я не почувствовала каких-то изменений, допустим. То есть лично я. Может, кто-то и почувствовал, но лично я нет. Украинские политологи в отъезд Саакашвили не верят. Говорят, губернатор будет укреплять свои позиции в Украине. По их мнению, результаты грузинских выборов очень важны для имиджа Саакашвили. Задуманных масштабных реформ в Одесской области все еще нет. Одесская область – это не масштаб Михаила Саакашвили. И, конечно, и до того, как он прибыл в Украину после событий Майдана 2013-2014 года и во время уже пребывания на публичной должности, он понимал, что он планирует вернуться в Грузию. Планировал, конечно, бы он вернуться с неким триумфом, связанным с Украиной и Одесской областью. Это, наверное, пока не получилось. Возможно, уже не получится. В администрации президента возможную замену губернатора не комментируют. Некоторые СМИ, в основном российские, заявили, Саакашвили уволят во время визита президента Петра Порошенко в Одессу и область. Однако информация эта не подтвердилась. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса.